Вот. Как раз вариант слон F4. Очень опасный вариант. Пока все по ногам. Висит пешка на B4. Я же вам, кажется, показывал этот вариант, да? Мне кажется, мы не так давно смотрели похожий, ой, ну только там ферзь как-то с конем чуть-чуть поменялись местами. Ну да, это там было другое, но вот вариант. То есть мы надвигаем чемодан на них. Да, пешки пока одни, фигуры отстали. Пехота отстала от танков, как говорится. Ну, король b1, слон d7. Ход обязательно, надо прикрыть поле c6, иначе конь ворвется туда. Он начинает свой чемодан двигать. У него фигура уже относительно выведена, а мои еще нет. Ну вот я выиграл наконец. g5 не пускает меня на f6. Ладья e8. Пока жду. И дождался. Теперь вроде бы, ну, он же пошел пешками вперед, он атакует. А теперь и моя очередь наступила атаковать. Теперь, если он берет на b4, я беру на g5. Он вскрыл линию под себя, забрал пешку. И я вскрываю линию под себя, он забирает пешку. Он слон d4, как-то так развивает, я b3, и тут конь c6. И вот в чем нюанс? Вроде конь пошел конкретно. Если я забираю, он забирает, будет висеть ход g6, слон начинает работать. Пока я спрашиваю у него, в чем дело, забираю у него на c2 с шахом. Он берет, и я неожиданно отхожу на c8. Брать не обязательно, это не шашки. И неожиданно получается, что вот эта вот диагональ свистит. Слон мой идет на f5. Ферзь c3. Очень четкий ход. Он собирается пойти h6, напасть просто на мат в один ход. Ну, я беру. Но тут есть нюанс. И забираю слона. Шах. Что вы думаете, он сдается? Да ничего подобного. Борьба только продолжается. Беру. И g6 висит. Просто ладья висит. Слон очень силен. Ну, был тут, наверное, ход конь e6. Но я пока не стал его делать. И тут понеслась. h6. Висит все. То есть неожиданно, если я вроде как беру, то он тоже берет. И висит мат. Да. То есть там защититься ферзь еще можно ферзем. Ферзем сюда, да? Ну и слоном вроде тоже можно, но ферзем выглядит. Ферзем поплотнее, да, как-то? Не знаю, тут что-то я. Я пошел слон f6 сразу. Он взял здесь. Я взял здесь. И он ладья g1. Представляете? Борьба. То есть брать плохо. То есть если я беру, он просто берет, и как от мата защищаться? От двух матов. Несмотря на наличие личной фигуры, я тут попытался, я думаю, защищаться невозможно, надо ходить в контратаку. И он тут мгновенно, бабах, шах, я отхожу, то есть я беру, да? Он бабах, шах, я сюда. И он, ладья g7, бабах, все. По идее, надо сдаваться. Если беру на g7, да? Нет, там еще жертва ладьи проходит, наверное. Какая? А, просто нет, просто шах. Не-не, я имею в виду вот сейчас, когда он ладьей забрал слона. Может, какой-то вечный шах получится, нет? Так так и было. Нет, тут не вечный шах. Я играю на победу.
Ладья b2. Если он берет, я даю шах и забираю здесь. Он отходит. Представляете? Намекает, что тут труба. А я продолжаю такую гнусность. Теперь, получается, слоном забирает, я опять даю шах и опять забираю. Он королем забрал, я тогда слона шахом забрал. Он король b1, я ферзь b3, король a1, ферзь c3. Наконец-то вышел на эту диагональ. Король a2 и ферзь a7. Он сдался.